Добрый новый день! Сегодня пятница, 22 декабря. Я Анна Филиппова. Если вы проводите половину года за рулем и мечтаете о новом железном коне, вполне возможно, следующий сюжет окажется для вас полезным. Рано или поздно каждый автовладелец задумывается о приобретении нового средства передвижения. Чтобы купить новый автомобиль, приходится продавать старый. И тут у автовладельцев достаточно большой выбор реализации своего транспортного средства. Авторынок, различные интернет-сайты, друзья, коллеги. Именно для людей, которые ценят свое время и деньги, была разработана программа Trade-In. Давайте вместе разберемся, что это за программа и как она работает. Программа создана для тех, кто уже имеет свое транспортное средство. Машина должна быть не совсем старый. Например, вы эксплуатируете автомобиль в течение 3 лет. Он находится в отличном состоянии. Вы накопили некоторую сумму, которую вы планируете потратить на покупку нового транспортного средства. Если вы при этом стараетесь избежать излишнего перерасхода средств, вам всего лучше обратить внимание на программу Trade-In. Работает схема Trade-In следующим образом. Автомобилисту нужно приехать на старой машине в дилерский центр. Специалисты центра проведут диагностику и оценку автомобиля. Вам озвучивают стоимость вашего автомобиля. Эта сумма будет вычтена из стоимости нового транспортного средства, которое вы пожелаете приобрести. В итоге вы не только продадите старое авто, но и заплатите меньше за новое. Кроме того, если вы покупаете автомобиль по программе Trade-In, вы можете получить дополнительную выгоду. А это очень неплохой бонус при покупке новой машины. Плюсы программы Trade-In очевидны. Вы без проблем производите замену своего транспортного средства на новое. Экономите драгоценное время при продаже своего старого транспортного средства. Сотрудники автосалона помогут с оформлением документов. Вам не придется ехать в ГИБДД, все документы оформляются на месте. Вы сэкономите на предпродажной подготовке автомобиля. Размещать объявления, исправлять дефекты, оплачивать стоянку на авторынке при продаже не придется. Вы продадите машину такой, какая она есть. Исключает возможность встречи с мошенничеством. Программа Trade-In, безусловно, интересна многим автолюбителям. И тут главное правильно выбрать автосалон, где вам грамотно и правильно обновят ваше транспортное средство на новое. Накануне Нового года всегда хочется чего-то нового. И пусть это будет новый автомобиль. Заходите на наш сайт. Ищите кнопку «Новый день» и выигрывайте. Приз у нас, как всегда, сертификат на поход в убежище. Ну, а вопрос сегодня звучит так. Гражданская оборона. Кроме квеста, что еще так называется? В пятницу мы рассказываем о кинопремьерах, о том, что посмотреть в выходные. И сегодня у нас очень достойные картины. «Джуманджи. Зов джунглей». Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. «Фердинанд». Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами, вместо того, чтобы бодаться с другими быками. Это все на сегодня. Хороших вам зимних выходных. Ну а завтра обязательно будет новый день. Партнер программы «Чебоксары Лада» – единственный дочерний дилерский центр ПАО «АвтоВАЗ» в Чувашии. «Лада X-Ray» в новых комплектациях от 549 900 рублей. «Лада X-Ray» – будь свободным, будь собой. Спрашивайте в дилерском центре «Чебоксары Лада» Новочебоксарск и на сайте «Чебоксары Лада» lada.ru.